Скажите, пожалуйста, было ли заявление от гражданина Златкина вчера по факту нападения? Богато вообще не виделись на по факту. А возбуждено ли это дело? Зарегистрировано было в ЖЭУ. Регистр, дежурная часть регистрационных книг. Затем материал следователь получил, объяснение подбирали, заявление подбирали, внесено в реестр. А по какой статье? По 125. Причинение легких телесных повреждений. Причинение легких. А скажите, заявитель указывал кого в нападавших? Да, указывал. Он указывал господину Бирюкова, да? Есть понятие такое, как тайное следствие, извините. Все, я понял. Все. Но факт такой зарегистрирован вчера. То есть на данный момент ведется следствие, да? Да.